Приветствую, уважаемые друзья в социальных сетях. Согласитесь, какая приятная картина для тех, которые любят украинский футбол вообще. Его легендарный клуб «Динамо Киев» в частности. И обратите внимание, «Динамо Киев», футбольный клуб «Рига». Это тренировочный матч. Первый тайм этих команд закончился со счетом 0-0. И вот сейчас футболисты уже выбегают на поле. И я сделал, естественно, стоп-кадр для вас, чтобы вы увидели, как в перерыве поливают, вот заканчивают поливку этого поля одного из турецких стадионов. Давайте посмотрим сейчас вживую. И спасибо, конечно, Динамо ТВ за эту прямую трансляцию, когда мы с вами можем смотреть картинку, вот эту вот радующую, конечно, глаз картину из Турции. И при этом в эфире слышны детские голоса. Полагаю, что это детей из Украины, которые там сейчас, в Турции, их много. Вновь, как и вчера это было, их пригласили на матч, пригласили встретиться с динамовцами Киева. И это в том числе и детей-сирот, которых сейчас, украинских детей-сирот, много на турецкой земле, в Турции, в этой многострадальной тоже стране, которая пострадала от землетрясения с огромнейшим числом жертв и раненых. И весь мир, конечно же, помогает в эти дни Турции. И мы с вами видим сейчас начало второго тайма. Повторяю, 0-0. Играют «Динамо Киев», футбольный клуб «Рига», Латвия. И вот вы видите в правом верхнем углу «Динамо ТВ», его фирменный знак «Лайв». Прямая трансляция. Я в Фейсбуке на своей страничке уже дал ссылку, и все желающие, конечно, могут подключаться, смотреть, делиться этим, как и делиться замечательной новостью о том, что сегодня с визитом в Киеве прибывает президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, и ваш покорный слуга имел честь сообщить об этом просто друзьям, тоже ссылкой, потому что буквально в 7:34 утра по времени Филадельфии я обратил внимание на эту цифру времени, потому что именно в 7:34 утра я, включив прямую трансляцию из Киева, видел, как в самом центре Киева Джо Байден вместе с его коллегой украинским, президентом родной Украины Владимиром Зеленским, были в самом центре Киева, и в это время звучали сигналы воздушной тревоги в Киеве. Но они продолжали спокойно пребывать на Михайловской площади. Впрочем, тоже дам ссылку. Смотрите, слушайте и будьте все здоровы, благополучны. Искренне ваш Дэви Аркадьев. Из Филадельфии сегодня у нас 20 февраля 2023, увы, военного года. Но
как говорят украинцы, усе буде, Украина, усе буде добре. Бог даст, увидимся, Бог даст, услышимся. Пока, пока.